Майами-Бич. Я не знаю, что сказать, но я могу вам показать наше видео, которое мы сняли с вами. Всем привет! Я калека и бомж, я тут живу. Мне не стыдно говорить об этом, потому что каждый человек должен принимать себя таким, как есть. У меня не работает левая рука. Спасибо. На ней я сплю. Примерно вот так. Это не очень удобно, но так как я трейсер, я считаю, что я должен закаляться и быть сильным. Быть сильным, чтобы быть полезным. Мне еще загорать можно. Ребят, что еще могу говорить? Батарею. Я ее не могу поднять, потому что у меня повреждена рука, вот я вам покажу. А еще у меня есть шрам, видно его вот, сними. На нем написано Аня, я ее люблю. Все. Что а еще? Это что? Что это такое? А, давай. Итак, это портрет мой. Снимаешь? Снимаю. Можно? Здесь душевая, но я еще не успел здесь сделать ремонт. Вот. Если меня кто-нибудь, посмотрев это видео, переведет несколько долларов на мой счет на Яндекс.Деньгах, я буду счастлив. Все. Гостиная, наверное, да? Да, это моя гостиная. Классная. Точик. Тренировка была длительная, и мы устали.